Ну вот, дорогие наши подписчики и друзья, которые смотрят, мои такие не козёчень, как говорится, это профессиональные ролики. Ну вот я теперь хочу вам показать арбузы. Я вам тоже показывала, как я их сеяла, проращивала, прививала. А теперь вот посмотрите, какие арбузы. Как говорится, опять скажу, что посадила поздно, но все-таки болели они, потрепал их ветер. Погода была не очень хорошая в июне. Сначала жара, потом ветер, потом холод. И вот теперь, видите, какие арбузы. Я оставила по две плети. Остальные все удаляю. Пасынки удаляю. Тут цветут вовсю, утром прихожу, цветов море, обрываю. Пасынки обрезаю. И вот такие у меня арбузики. Ну, обычно советуют после 12 листа оставлять, как говорится, цветок с завязью арбуза и начинать его опылять. Чем длиннее плети, чем выше там оставляется арбуз, тем они должны как бы быть крупнее. Тут вот другой сорт, сорт сахарный. Ну вот, понимаете, ну не утерпела, не утерпела. И вот на этой плети, вот как видите, оставила все-таки я этот арбузик. Я его опылила, но он пошел в рост. Вот не знаю, как прошло опыление, но я его опыляла вручную. И вот теперь буду наблюдать. На остальных я все оборвала, подожду. А тут вот, ну, не утерпела. Не утерпела. Вот это вот плети уже длинные. Вот тут уже, наверное, там на концах вверху буду уже, наверное, оставлять. Так что вот такие мои арбузы. Надо мной смеялись девчонки мои, дочери. Я никогда не занималась арбузами. Ну вот я теперь говорю, смейтесь, смейтесь. А вдруг я выращу арбуз? Может быть, у меня и получится. Ну вот, это обзор у меня по арбузам. Ну а теперь вот по дыням, как я говорила. Вот видите, какие захудаленькие, фиговые мои дыньки. Два сорта. Но зато цветут. Мы хохочем с мужем, говорим, ой, цветут, цветы обрываю. А вот сорт, посмотрите, как пошла дыня. Одна земля, один уход. Но два сорта. И вот какой-то сорт. Видите, как пошла. Тоже вторую плеть оставила. И уже тоже там цвет набирают. А вот эти, вон даже там цветочек. Вот как в зачаточном состоянии. Вот это вот немножечко, по-моему, как говорится, заколосилось, как я говорю. Немножко листочки стали расправляться и вроде бы чуть-чуть. А остальные, не знаю, толк будет, не будет. Это я уже все на них крест положила, думаю. Грядка пойдет под клубнику. Вот тут тоже вот немножечко вроде бы. Вот, ну зато он цветочек, видите. И вот второй, пожалуйста. А ведь были они самые-самые худшие. Вот эти были все отличные, были хорошие. А это были такие, я думала, что они пропадут. А они, посмотрите, вот эти две дыни, как они пошли. Так что посмотрим, посмотрим, что будет. Ну, на этом я заканчиваю. Прощаюсь с вами, мои дорогие. Пока. Ну вот, начинает наша малина поспевать. Начало, начало июля.